Я приветствую всех. Меня зовут Сергей Райлян, и хотелось от вас услышать следующее. Есть ли среди нас новички? Новички, я извиняюсь за задержку. 15 минут мы задержались. Постараемся закончить вовремя. Мы остановимся только на главные моменты нашей презентации. Теперь поставьте единицу, если есть новички, которые первый раз пришли на нашу конференцию. И слышно ли меня? Есть и слышно. Елена поставила 3. 3 это что? На тройку меня слышно или 3 новичка есть? Значит, новички сами ставят единицу, учатся уже пользоваться комнатой. В левом углу есть type your message here. Вставляете туда мышку, нажимаете на левую мышку и пишите, ставите единицу, если вы первый раз в комнате. Так, хорошо. Слышно меня хорошо, да? Мы начинаем свою презентацию компании Access. Друзья, мы не пришли в бизнес, в интернет, чтобы зарабатывать или подрабатывать. Это удел людей недалговидных. Хотя подзаработок всегда нужен. Но те люди, которые смотрят на будущее с перспективой, они всегда рассматривают для себя возможность построения бизнеса. Как один состоятельный человек 19 века сказал: я голым пришел и голым уйду, но для меня очень важно иметь собственное дело. Это слова умного человека. И к этому должны прийти каждый из нас. Мы должны иметь собственный бизнес. И слава Богу, у нас в интернете сейчас есть такая возможность. Несмотря на то, что в интернете есть много, больше, чем достаточно всяких дурилок, заманилок и лохотронов, как их называют, их больше, чем достаточно. Больше. Прямо на каждом шагу. Понимаете? Как нельзя скрыться от ливня дождевого, да, когда идет, если вы в поле, вы промокнете. Так и нельзя от них избавиться. Только их много. Но несмотря на это, у нас есть возможность построения собственного бизнеса в очень мало компаний. Одна из них, с одной из них я сегодня вас познакомлю. И это компания Access Marketing. И мы все здесь уже находящиеся, и те, которые сегодня не присутствуют, но они уже услышали и присоединились, они строят бизнес, они помогают своим партнерам, они ищут других партнеров, поэтому их нет в комнате. Я их понимаю и поддерживаю. Нельзя быть на презентации с утра до вечера, каждый день. Пришли, услышали, задали вопросы, поняли для себя, что нужно делать, и начинаете действовать. Да? Поэтому мы приступаем сейчас непосредственно к информации. Мы строим бизнес международного уровня без университетов и больших вложений. Это не говорит о том, что мы здесь не обучаемся, это не говорит о том, что нам не нужны знания, мы обучаемся на ходу. И будем обучаться всю нашу жизнь. Чем больше мы получаем знания о нашей компании, о тех продуктах, которые компания предоставляет, о том, как строить бизнес, тем лучше и быстрее и грамотнее строится наш бизнес. Значит, мы больше зарабатываем. Поэтому обучаться нужно всегда. Но для этого не нужно идти в какие-то университеты, тратить время. Мы учимся и зарабатываем прямо одновременно. И если говорить о больших вложениях, то чтобы начать бизнес, нам не нужны миллионы долларов, нам не нужны даже сотни, даже и десятки тысяч долларов. Но какая-то сумма нам нужна для того, чтобы начать этот бизнес и превратить его в монстр, который будет приносить нам ежедневно тысячи, десятки тысяч долларов.
Поэтому давайте рассмотрим следующее. Что нужно для того, чтобы иметь этот бизнес? Все, что нам нужно, это желание и понимание, что он нам нужен как таковой. И отчасти мы этим и занимаемся. Рассказываем людям о возможности построения бизнеса, а вы уже сами решаете, нужно ли вам зарабатывать много, или вы готовы просто гулять по интернету и искать возможности подзаработать, как гастарбайтер. Здесь пожил, там побыл, там оставил, там что-то приобрел, опять на нуле, опять в деле. Ну, это удел людей, которые хотят подзаработать на сегодняшний хлеб. Пожалуйста, таких возможностей есть много. Но есть еще больше, как свои уже заработанные деньги потерять. Таких возможностей в интернете намного больше. Поэтому для тех, которые рассматривают серьезный бизнес, всего, что нужно, это желание строить собственный бизнес, взять все под свой контроль, потому что мы ответственны за то, что делаем. И, естественно, мы, на нас обваливается либо благословение, либо проклятие, либо удача, либо неудача, только по той простой причине, что мы когда-то приняли решение, мы вложили какие-то средства, какие-то действия, какой-то труд, знания, либо их не вложили. От этого и завтра у нас будет результат. Поэтому следующее – это желание обучаться, должно быть однозначно, и иметь интернет. Если эти три фактора у вас есть, то все остальное – деньги, слава, признание и так далее, все это приложит. Все это приложит. Где мы строим собственный бизнес? Строим в компании, которая называется Access. Она на рынке с 8 года, практически она с 98 года. С 98 года на рынке, но с таким маркетингом и с таким предложением практически она уже 6 лет, с 2008 года. Я присоединился к этой компании в конце 2009 года, в декабре месяце, и через 2,5 месяца нашу компанию успешно арестовали. Было подозрение, что это финансовая пирамида. 5 месяцев шло разбирательство, суд разобрался и вынес окончательный приговор. Компания легальная, пожелала нам успеха и вернула все 26 миллионов долларов, которые были арестованы. Поверьте, не только мне, но статистике, что в мире всего лишь несколько компаний, которые имели такую проверку и остались в бизнесе. Все остальные исчезают навсегда, потому что либо это финансовые пирамиды в действительности, либо федеральные службы, которые арестовывают эти компании, ни за что не хотят отдавать деньги обратно, и эти компании никогда не поднимаются из этих руин, и она уходит в небытие. Наша компания получила все деньги обратно и восстановилась и развивается очень-очень успешно. Я об этом буду говорить. Почему я об этом рассказываю, друзья? Потому что это очень важно. Это фундамент начинания любого бизнеса. Нужно понимать, что не сам маркетинг-план, не то, что вам предлагают большие деньги, а еще можем еще никого не приглашать, должно руководить нами, а нормальным умом, да, логикой нужно прийти к выводу, что базой является сама компания, насколько она успешна, надежна и перспективна. Если вы определите, что эта компания именно соответствует вот этим параметрам, присоединяйтесь к ней и начинайте строить бизнес, потому что все, что вы здесь построите, оно останется, а это важнее, чем быстрые деньги. Это важнее, чем быстрые деньги. И наш основатель Стив Реннер, человек без высшего образования, но с очень гениальным умом, который присоединил к себе грамотную команду из профессионалов и продвигает нашу компанию по всему миру. Это его идея, это его детище. Следующая личность – это Боб Кинсала, наш президент компании. Джейн Бонг – это технический директор. Эйми Эйда – финансовый директор. Я не буду о них рассказывать, но поверьте, это
профессионалы высокого класса, имеющие опыт ведения работы в разных компаниях и по много-много лет. Питер Олд – это наш адвокат, который защищал нашу компанию в 2010 году и продолжает это делать и поныне. Офис компании находится в городе Миннеаполисе. Я был в этом офисе в 2010 году. Буквально в феврале этого года, 2014 года, я был в новом офисе, который находится через дорогу от этого офиса. Офис очень большой, находится на 6 этаже, 3000 квадратных метров. Работает там более 100 человек суппорта и маркетинга. То есть очень много народу. Обслуживает как бизнес, так и нас. Имеет суппорт на 7, по-моему, даже на 8 языках. 4 русскоговорящих обслуживают нашу аудиторию, то есть русскоговорящую. Пожалуйста, вы можете написать, вы можете позвонить по телефону, и вам ответят на русском языке и помогут вам разобраться в тех вопросах, у которых у вас есть проблемы. Цель нашей компании – стать провайдером номер один. Номер один, то есть в интернете сейчас номер один – это Google. И кто-то скажет, ну это сумасшествие. Друзья, все амбициозные цели рано или поздно достигаются, если приложится к ним знания и усилия. Поэтому ничего в этом мире невозможного нет. Даже если мы достигнем в скором будущем 100-е место, потом 10-е, это тоже будет огромнейший успех, потому что еще полгода назад мы были на тысячном, почти тысячном месте, 998, по-моему, рейтинге. Сейчас, сегодня я смотрел, это 321. Я извиняюсь, 421 место. То есть почти на 565 поинтов мы ушли вверх. И это достижимо, если мы за полгода сделали практически 120% поднялись в рейтинге за полгода. Поверьте, что это возможно сделать за ближайшие годы. Чем ближе к первому месту, конечно, там будет сложнее, но это достижимо. Стать провайдером номер один в интернет-рекламе, интернет-услуг, мобильных услуг для малого и среднего бизнеса по всему миру. Это возможно. Мы не претендуем взять ту нишу, сдвинуть Google и взять ту нишу, которую он уже занял. Но есть ниши в интернете, которые не заняты. И именно в интернет-услуги для вот таких малых и средних бизнесов это возможно. Что такое Access? Это не что иное, друзья, как Google, Yahoo, Bing, Яндекс и так далее. Это поисковики. Это там, где мы вставляем определенные слова и ищем информацию. И Google выдает нам любую информацию. Мы можем зайти в любую энциклопедию мира, можем зайти в любую библиотеку мира и прочитать книгу даже на оригинале. Это возможно. Сегодня это возможно, не выходя из дома. То же самое предоставляет такие же услуги и наш Access, потому что мы являемся владельцем вот этого Search Engine, поисковой машины. Access работает так же, как и Google. Вам не нужно это объяснять. Принцип тот же принцип. Тот же принцип. Вы что-то пишете, нажали на Enter, и Access вам выдает ту информацию. Либо перечень десятков, сотни страниц, где вы можете найти такую же или приблизительную информацию. Спрос в общем, если взять в общем, друзья, наша компания занимается рекламой. Реклама – это продукт номер один нашей компании. Реклама в интернете пользуется большим спросом на рынке. Продукт расходованный. Любой бизнес нуждается в рекламе. Необходимо постоянно увеличивать трафик, иначе другие вытеснят тебя. Реклама – это уникальный продукт для любого бизнеса. Для любого. Наземного, офлайн, онлайн, неважно. Любого бизнеса, где бы он ни находился.
Кроме рекламы, у нас есть еще один офис, который находится в Силиконовой долине, в штате Калифорния, в Америке. Вот он, смотрите, располагается почти в середине между такими монстрами, как eBay, Intel, Google, Facebook, IBM, Microsoft, Apple, HP и так далее, так Yahoo. Это монстры интернета, это мультимиллиардные компании. И наша компания находится там. Что она там делает? Ничто иное, как развивает эту же индустрию высоких технологий. Все эти компании занимаются тем же самым. Где, если не здесь, быть нашей компанией? Она имеет еще один офис именно там, и там работает около 50 человек, высококвалифицированных, приглашенных из именно вот этих окружающих, близлежащих компаний, из Yahoo, из Facebook, они были приглашены к нам и разрабатывают наши продукты. Кроме рекламы, у нас есть еще цифровые продукты, которые очень скоро мы о них услышим и увидим. Мне позвонил в пятницу Ник и взял мои данные, телефон, имейл, ID номер, имя и фамилию для того, чтобы меня поставить как в ряду с многими лидерами или первый, который будет тестировать WeChat, один из продуктов, который сначала будет использовать, тестировать мы как лидеры, а потом будет возможно тестировать вам, тем, которые уже в аксессе, и в скором будущем это будет возможно для всех желающих. Он будет выставлен на нашем ротаторе, и все желающие смогут им пользоваться. Что такое, друзья, вы очень скоро увидите. Но там будет такое слияние многих направлений, которые есть в интернете. К примеру, у нас есть Facebook, у нас будет такая же платформа, где мы сможем знакомиться с друг с другом. Есть YouTube, у нас будет возможность выставлять свои видео и смотреть другие. Есть у нас и другие вот направления, то же самое будет у нас. То есть все это будет собрано в одном месте. Также мы сможем переписываться с друг другом напрямую. Также мы сможем позвонить друг другу на телефон, неважно, где вы живете, бесплатно. То есть такие инструменты они сейчас разрабатывают. И в скором будущем, друзья, то, что за что мы сейчас платим за некоторые услуги, в скором будущем они будут бесплатны. Но появятся те, за которые мы будем платить. Так устроен мир сейчас. Поэтому наша компания не отстает от других компаний. Вот, к примеру, Google недавно купил WhatsApp за 19 миллиардов долларов и выставил это в бесплатное пользование для тех пользователей Google. Это для чего? Для того, чтобы людям там было выгодно находиться. А это есть трафик. Вот там есть трафик, там зарабатываются деньги. Потому что рекламодатели платят за трафик. Они платят за то, чтобы на их сайты заходили люди, и кто-то заинтересуется той или иной программой или продуктом, производится продажи, а это есть прибыль для них, а естественно это прибыль для Google, для тех компаний, которые предоставляют этот трафик. Поэтому реклама, она очень денежная, и чтобы люди там находились, нужно дать им что-то, какие-то игры. Поэтому у нас, в нашей компании, вот офис, кстати, офис в Калифорнии, ну, вот в этом офисе находится около 50 наших специалистов, которые разрабатывают все эти технологии. Наша компания предлагает, кроме поисковых услуг, доменные услуги, мобильные и рекламные услуги, текстовые, сайтовые, баннерные и мобильные рекламы. Также у нас офис, который находится в Калифорнии, офис, который я вам показывал сейчас, разрабатывает именно вот такие продукты, как подкаст. Сейчас мы находимся именно в этой комнате, которую предоставляет наша компания. Я вам скажу, очень насыщенная, очень удобная и профессиональная. Таких я пока не встречал, но несмотря на это, пока идут тесты разных разделов, поэтому эта комната пока еще не в продаже.
скоро очень, может быть, уже в апреле, а может быть, в мае появится возможность у нас продавать, предлагать в продажу вот эту комнату. Также у нас есть игры. Игры, суши, это бесплатно. Их, таких игр будет очень много на нашем портале. Это дает возможность людям играть в эти игры, зарабатывать ай-реверды, создавать трафик. И на этом компания зарабатывает и делится с нами. YouChat, я об этом говорил. Скоро у меня будет возможность протестировать его, потом будет и у вас такая возможность посмотреть. И этот чат, он будет постоянно улучшаться, улучшаться, обновляться. То, что делается практически во всем мире со всеми новшествами. Наш компьютер обновляется. Почему? Потому что улучшается технология. Именно если говорить о этих продуктах, о которых я говорил, мы ждем Local, будут еще и другие продукты. Но пока о них не будем говорить, пока нету описания, четкого описания от компании, мы не будем забегать вперед. Но у нас есть маркетинг-план, по которому мы можем зарабатывать именно от прямых продаж. Это еще не тот маркетинг-план, к которому я вас призываю присоединиться. Но есть еще прямые продажи, и они выглядят следующим образом. Когда вы делаете товарооборот от 0 до 1000 долларов, у вас есть 10% от этих продаж. Когда вы повышаете свои продажи от 100, от 1000 до 5000, у вас есть возможность зарабатывать 15%. И вот так вот по процентам вы видите, до 10 тысяч это 20% от продажи, и от 10 и выше это 25%. Вы уже зарабатываете от этих продаж. Здесь тоже можно построить пассивный доход, потому что если вы продали какой-то продукт какому-то клиенту, и он платит за этот продукт ежемесячно, естественно, вы получаете раз за разом вот эти проценты. Но в чем проблема вот такого ведения бизнеса? В том, что с момента, как клиент перестал заниматься, пользоваться этим продуктом, вы перестали получать пассивный доход. Поэтому пассивный доход, он заложен именно в структуре. Там и большие деньги заложены в структуре, и пассивный доход именно там. Хотя и здесь можно построить себе немалый доход. В этой индустрии интернета, а именно рекламы, на данный момент вводится $1,5 триллиона. Это огромнейшая сумма, друзья. И это буквально год, два, три будет удвоено, утроено. Какая у нас индустрия? Поэтому такие люди, которые вовремя увидели эту нишу, построили свои поисковые системы, дали возможность людям пользоваться чем-то бесплатно, создали трафик, и на базе этого трафика заработали свои миллиарды долларов и будут зарабатывать еще долго и долго и долго. Такие прекрасные женщины тоже пришли к какой-то мессианской идее помочь кому-то иметь свой email, иметь какие-то услуги, Facebook, иметь возможность, чтобы себя показать, других посмотреть, познакомиться. И эти женщины создали трафик. Facebook сейчас на втором месте, друзья. А это значит, что эта женщина стала зарабатывать миллиарды долларов. Как и Yahoo и так далее. То есть вопрос кто-то может задать, ну да, это они зарабатывают, а нам-то что? Я всегда говорю следующее. Если вы будете дружить с бедными, у вас кроме бедности ничего не прибавится. Если будете дружить с богатыми людьми, они вам свое богатство не отдадут, но вы можете у них научиться, как приумножить то, что у вас есть. Они могут вам дать советы. То есть кто-то сказал, если я захожу в академию, даже стены меня учат. И он прав. Он прав. Когда вы встречаетесь за этими стенами, встречаетесь с профессорами, встречаетесь с студентами, которые заняты исследованием, изучением
вас тоже к этому подстегивают. Поэтому водитесь с людьми, которые строят бизнес. Водитесь с тем и общайтесь с теми, у кого эти деньги уже есть, у кого бизнес есть. Это правильно. Это правильно. Поэтому, если мы будем дружить с компанией, которая вышла с голым задом, да, с такими предложениями, предлагаю вам заработать 30% в день, 50%, 100% в день. То есть, естественно, что у них ничего нету. Ничего, ноль. У них все, что было, они купили себе такой сайт и такое предложение. Это не секрет сегодня, да? И опросят ваших денег. Они поймают, если вы окажетесь простачками. Они поймают денег. Но они ничего не предлагают. Они вам предлагают возможность расстаться с вашими деньгами. То, естественно, вы там ничего не заработаете. Но если вы будете общаться с теми людьми, которые уже имеют миллионы, миллиарды долларов, и присоединитесь к их бизнесу, то с каждым днем вы будете приближаться к вашему бизнесу. Ваш бизнес состоится. Водитесь и общайтесь с богатыми людьми. Ваше мышление поменяется. Поэтому наша компания предлагает присоединиться к нам в качестве консультанта интернет-маркетинга и построить собственный бизнес. Именно в этой триллионной индустрии рекламы. И построить себе остаточный доход. Поверьте мне, остаточный доход можно построить там, где компания стабильная, надежная и долговечная. А я говорю, у меня три, она пришла навсегда. Поэтому у нас есть возможность, и у нас есть время построить. Нам никуда не надо спешить. Спешат только те, которые не доверяют, а не уверены в том, сколько компания пробудет на рынке. Поэтому они спешат, как угорелые, быстро загнать туда людей, обстричь их на деньги, а кто знает, может завтра закроется. Нам спешить некуда. Мы будем здесь и через годы, и через два, и через 20. Мы будем делать такие же презентации, могут они выглядеть по-другому, но мы не спешим. Мы наслаждаемся жизнью и параллельно строим бизнес. Но тем не менее, компания не гарантирует нам успеха, не гарантирует нам дохода в плане того, что она со своей стороны делает все возможное, чтобы наш бизнес состоялся, но мы в свое время должны сделать свои шаги. То есть она нам не предлагает вложить какую-то сумму денег, ничего не делать и ждать, когда наши деньги превратятся в миллионы. Какие-то там тысячи долларов превратятся в миллионы. Мы не МММ, мы не Телекс Фри, мы не так далее. Мы не предлагаем возможность зарабатывать денег, никого не приглашая. Мы предлагаем возможность построения настоящего бизнеса на легальной основе и на долгосрочной основе. Поэтому успех зависит от каждого из нас. Не стройте себе иллюзии. А именно, что наша компания предлагает? Она предлагает именно из ежедневного товарооборота, который она делает, 70% от заработка она возвращает нам в виде 30% комиссионных и 35% разделения прибыли. У нас есть три маркетинг-плана в одном. План AdView, план розничных продаж, план сетевых продаж. Давайте рассмотрим первый. Для того, чтобы квалифицироваться на первый план вознаграждения, нам нужно посмотреть 24, я говорю 25 сайтов в день. 25. Это занимает от 15 до 20 минут в день, минимум. Максимум можем посмотреть 100. И при этом заработать. А реверды, которые накапливаются до 1000 и превращаются в доллар, заработали, накопили 10 тысяч айревердов, вам накапало 10 долларов, вы их можете снять. Но это не заработок в сети, а это лично то, что вы просто смотрите рекламу. Это как вознаграждение. Нежданно, негаданно они падают с неба. А при этом вы зарабатываете много рекламы, до 200 реклам их можно заработать в день. То, что стоит эти 200, минимум они стоят 20 долларов. Это по реальному рынку.
Компания их оценивает 25 центов каждая. Это значит $50 за день вы можете сэкономить на рекламе. Не заработать в виде долларов, а сэкономить. А я говорю даже меньше. Даже если будет $20 в месяц, это получается ни много ни мало. $600 вы можете просто сэкономить на рекламе. Не платить, а сэкономить. При этом вы квалифицируете на распределение прибыли по TCV, по iPoint. И мы об этом сейчас будем говорить. Как выглядит реклама? Очень просто. Вы заходите в ваш бэк-офис, там в разделе «Мой home», «Мой домашней странице», есть раздел «Серфинг», вы нажимаете, и вам у вас выплывает такая страничка, 30 секунд по убывающей. Посмотрели 30 секунд, вам дали возможность посмотреть еще одну рекламу. И вот так 25 посмотрели, вы квалифицировались на распределение прибыли по iPoint. Розничные продажи мы рассмотрели еще в первой части, когда мы смотрели продукты. И проценты мы смотрели, что мы можем заработать до 20% от прямых продаж. Третий план сетевых продаж вбирает в себе 8 способов заработка. Это комиссии с прямых продаж. Базовый план выплат 6 уровней. Лидерский бонус, директорский бонус, инфинити бонус, роялти бонус. Есть у нас еще и другие бонусы. Как же это работает, друзья? Для того, чтобы присоединиться к нашей компании и начинать зарабатывать, нам нужно купить консультантский кит на $60 в год. Ежегодно это покупается. А точнее, это 59,95 центов. Следующий момент, мы определяемся с пакетом. Естественно, у нас есть вложения, но их не нужно обновлять, они у нас покупаются один раз в год. Если хотим сделать апдейт, всегда пожалуйста. Но сразу предупреждаю, определитесь сразу с вашим статусом. Потому что это определяет ваш темп развития. Темп развития. Я всегда говорю, можете доехать с Ленинграда на Москву через Владивосток. Вы доедете, но это будет далеко. Либо вы можете сразу напрямую поехать. Да? Поэтому пакеты имеют большое значение. Первый пакет это консультант кит. Сейчас я сделаю это больше. Угу. Консультант кит. Да. $500. При этом оплачиваем ежемесячно $10 за активность, но уже из внутренних заработанных денег. Практически купив однажды пакет хотя бы на $500, либо на 2000 и выше, вы уже больше можете не платить из своего кармана, а платить из заработанных денег. А если вы еще и строите структуру, то можно забыть это навсегда, что такое платить из своего кармана. Поэтому заработать вы здесь можете следующие деньги. Когда вы приглашаете человека, и он покупает пакет, то с первого купленного им пакета вы зарабатываете 10% от суммы. Если это на 500, значит 10 сколько? Это 50 долларов, да? 10%. Если это 2000, значит $200 и так далее. Значит, процент с первого уровня каждый день вы зарабатываете по 5% от его заработка, от его вложения каждый день. Зарабатываете 2% со второго и третьего уровня. И другие проценты и возможности, дорогие друзья, уже на статусе Gold. Это то же самое. $60 годовых и покупаете пакет на $2000. У вас есть возможность зарабатывать 15% от пакета, купленного вам человека в первой линии, и 10% от ежедневных репокупок, которые он будет делать с первого уровня, и по шестой уровню увидите проценты. Следующий статус. Платина. Вы можете его приобрести за $5000. Та же последовательность 60 годовых. Но ежемесячно вы проплачиваете 30. Видите, здесь на уровне Gold 20, 30. Каждый статус здесь показывается ежемесячной проплатой. При этом, друзья, вы имеете возможность также
получает 15% от вашей первой линии откупленных пакетов ежедневно, однажды. Следующий, когда он начинает зарабатывать уже на следующий день и делает репокупку, вы получаете 10% от его репокупки. И вот так до шестого уровня, видите, проценты. Этот статус вы можете купить на $5000, либо вы можете его построить. Как? Пригласите 3 человека в первую линию на $2000, вы стали платином. Практически для того, чтобы строить наш бизнес, нужно минимум пригласить 3 активных, 3 активных партнера. Вы можете приглашать 100 человек в, линии, в первой линии, это позволительно, потому что у нас это линейный бизнес, классический, но также вы можете просто остановиться на 3, на 3 базовых активных партнеров, которым помогаете, и они вас будут выталкивать на самые высшие ступени нашего бизнеса, пригласив 3. Следующий статус за Diamond вы можете купить за $10000, но вы можете его также построить. Пригласили 3 человека в первой линии, вы стали платиной. Помогли вашим партнерам делать то же самое, вы стали Diamond. То есть вы помогаете вашей глубине подниматься по рангам, помогаете им освоить очень простой метод. Каждый приглашает по 3 человека. Каждый по 3 человека. И ваша структура пошла строиться, и ваш статус поднимается, статус ваших партнеров поднимается, значит, вы начинаете зарабатывать больше и более и более. Следующий, друзья. Ой, я извиняюсь, мы еще не рассмотрели последний из этого списка. Самый выгодный статус, один из самых выгодных статусов – это Blue Diamond. Почему? Потому что кроме того, что вы зарабатываете до шестого уровня по базовому, вы зарабатываете еще 1% до бесконечности. Забыл еще, друзья, сказать, что на уровне платины вы зарабатываете еще 1% в седьмом уровне. На уровне Diamond вам доплачивают еще 1% с восьмого уровня. Еще один. Получается, 8 уровней мы получаем. Когда мы становимся Blue Diamond, кроме наших 8 уровней, нам добавляет еще, налаживается на все эти транзакции еще 1%. Еще 1% до бесконечности. Именно в этом статусе вы можете получать в несколько раз больше, чем на статусе Diamond. Потому что вы получаете 1% от всех уровней до 8 уровня. Включительно и до бесконечности. А какая-то ветка у вас может пойти в 20, 30, 50 уровень. И вот там по 1% вы можете заработать действительно больше, чем с 6 уровней. Есть у нас еще статусы, 4 статуса, это Black Diamond. Они говорят следующее. Когда в вашей первой линии есть 2 Blue Diamond и 1 Diamond, вы становитесь Black Diamond. И система включает вам 1% от всей вашей структуры дополнительно. Когда в вашей первой линии появляется 1 Black Diamond, вы становитесь Black Diamond 1. И с его структуры вы получаете 1%. Когда у вас появляется в первом уровне еще 1 Black Diamond, 2, вы становитесь Black Diamond 2. И с его структуры вы тоже получаете 1%. И также третий Black Diamond, который появился у вас в вашей первой линии, позволяет вам стать Black Diamond 3. И с его структуры вы получаете еще 1%. А поверьте, человек, который становится Black Diamond, он уже зарабатывает серьезные деньги. И с его структуры получить еще 1%, поверьте, ни один человек в мире не отказался бы. Поэтому в нашей компании зарабатывают от $100 в день, от 500 до $1000 в день, от 3000 до 10, до 20, даже до $30000 в день. И это не чудо, а это закономерность, потому что нам это позволяет маркетинг-план. И реинвестиция, репокупки происходят у нас каждый день. Вот где секрет. Мы не зарабатываем раз в месяц, мы зарабатываем каждый день. Давайте мы остановимся и поразмышляем именно над тем, как же делятся деньги между теми, между участниками. Участниками являемся мы. И вы видите вот тут разных человечков, которые держат разные доли. У кого-то там большой пирог, у кого-то там меньше.
Это есть наши iPoint баланс, это внутренняя валюта, а это акции наши, доля наша в компании. И эта доля у нас появляется именно тогда, когда мы покупаем пакет. Поэтому я говорю, покупайте правильные пакеты. Покупайте 2000 и выше. Конечно, мы не запрещаем заходить на 500. Мы даже не запрещаем заходить на такую опцию на 500 по 100, распределив их по месяцам. У людей некоторых нет денег. Но это то же самое, что я говорил, идти с Москвы на Ленинград через Владивосток. Понимаете? А еще и пешком. Поэтому, покупая пакет на $2000, мы получаем 4400 iPoint'ов, что позволяет нам зарабатывать где-то от 8 до 10 долларов в день. И это делится пополам. То есть, смотрите, iPoint'ы, помните, мы рассмотрели 70%, да? 70% делится с нами. Так 35% делится между нами, согласно нашим iPoint'ам, нашим вложениям, нашим акциям. У вас много акций, вы много получаете. У вас мало, вы получили мало. Первый момент, как мы можем приобрести больше вот этих акций, iPoint'ов, это приобрести пакет, серьезный пакет. Второй, это делать репокупку. И, к счастью, компания для нас сделала следующее. На автомате мы реинвестируем 50% от нашего заработка. Это позволяет, к примеру, если мы заработали 10 долларов сегодня, еще не имея структуры, просто наш iPoint принесли 10 долларов, то 50 на 50, 5 долларов уйдут нам на кошелек, 5 долларов уйдут куда? На покупку iPoint. Если у вас там было 4400 iPoint, то уже завтра у вас окажется 4405 iPoint. Значит, вы имеете возможность получить больше комиссионных, потому что доля ваша больше. Второй момент, когда мы, то есть первый момент мы покупаем пакет, второй, когда мы делаем реинвестицию, позволяет нам накапливать больше iPoint баланс. Третий, друзья, это строить структуру. Ваши люди получают много, вы от них получаете определенный процент. Вы видели уже проценты до 6 уровня, до 8 уровня. И когда вы становитесь Blue Diamond до бесконечности, Black Diamond получает еще больше. То есть вы получаете много, и все это делится 50 на 50. И это позволяет вашему iPhone балансу расти. Кроме того, что мы получаем от нашего iPhone баланса, мы получаем от структуры. Да? Вот эти три момента, которые позволяют практически увеличить наш iPoint баланс, наши акции, наши доли в компании. Поэтому некоторые люди подключаются в одиночку, пока зарабатывают 5, 10 долларов, 15 долларов и так далее. Пригласили несколько человек, начинают получать 30, 40, 50 долларов. Я не говорю о быстром старте, где человек получает 10% от первой линии купленных пакетов. Это я не считаю. Я считаю стабильность, то есть average, то, что приходит каждый день от структуры. Не скачки большие, я заработал 3000 долларов на быстром старте. Это нормально. Но когда идет именно статистический вот такой вот рост, да, это очень приятно смотреть. Он никогда не падает, он постоянно идет вверх, только потому, что структура у вас растет. У вас 30, 100, 150, 200 долларов, когда структура уже разрослась, у вас 400, 300, 1000, 1300, 1400, 3000 долларов в день. Вот к этим деньгам практически приходит каждый, кто строит свой бизнес правильно и помогает людям. Не бегает, не шляется по интернету, как один дистрибьютор, партнер сказал. Может, это для кого-то грубо, но имеется в виду, не разбрасывается, не тратит себя на 20 тысяч проектов, не тратит свои деньги куда-то, это энергия. Поэтому люди не успевают нигде, потому что участвуют во многих проектах. Это утомительно для кармана и утомительно для тела. Что у нас есть, друзья? У нас есть еще car бонус. Вы можете построить в своей команде
товарооборот 200 тысяч долларов, и при этом компания в конце месяца даст вам $500 как премии, премиальные. Достигнете 600 тысяч долларов товарооборота со своей командой, и получите еще $1500. Это так, на чай. Что же у нас есть? У нас есть бонус прямых продаж. Мы о нем говорили. Мы можем там заработать 20, до 20% комиссионных. Многоуровневых, которых мы тоже рассмотрели. Лидерский бонус, президентский бонус, инфинити бонус, ролики бонус, бонус быстро старта, лаптоп бонус, топ-тен бонус, ежемесячный автомобильный бонус. Что еще не хватает? Поэтому у нас люди зарабатывают серьезные деньги. В 2010 году, друзья, когда компанию арестовали, она на тот момент зарабатывала 12 миллионов в год. И это показалось странным, как это может быть компания так быстро развиваться. Но после проверки, уже в 2012 году, компания заработала почти в 9 раз больше. 9 раз больше. 98 миллионов долларов. И это уже никому не кажется странным. Почему? Потому что суд определил, что эта компания легальная, и она делает доброе дело, и благословил ее, вернув все деньги обратно. В 2013 году, в середине ноября, компания уже имела 250 миллионов долларов товарооборота. И к концу того же года, через полтора месяца, она достигла почти 300 миллионов долларов. Теперь слушайте внимательно. В том же ноябре, полгода, компания заявила на весь мир, что она в 2014 году переваривает за 1 миллиард долларов. И уже в марте месяце, 20 числа, то есть неполных 3 месяца, Стив Реннер, наш хозяин компании, сказал, что компания за эти неполные 3 месяца сделала товарооборот такой же, который был в 2013 году. То есть те 250 или почти 300 миллионов, которые было сделано за 2013 год, они сделали за 3 месяца. То есть мы сделали за 3 месяца. Вам судить, будет ли, перешагнет ли компания 1 миллиард долларов в этом году? Да очень легко. Очень легко. Поэтому через несколько лет мы уже будем говорить о десятках миллиардов долларов годового товарооборота. Вот в этой индустрии мы вас приглашаем и зарабатываем. Зарабатывать большие деньги можно там, где они водятся, а не где нам кажется или где нам удобно. Знаете, есть такой анекдот, когда человек идет по улице, смотрит у фонаря, у столба, сидит один и что-то ищет. Что ты ищешь? Он говорит, рубль потерял. И тот ищет, помогает ему. Ну нету здесь. А где ты его потерял? Он говорит, да там вот за углом, вот там на той улице. Так а что ты тут ищешь? Ну там же темно, там не видно. Вот так иногда бывает с людьми. Понимаешь, здесь хорошо, уютно, здесь обещают много. Вот я здесь буду зарабатывать. Вот здесь я здесь буду крутиться. А искать нужно там, где они есть. Где ты потерял, там ищи, там ты найдешь. Деньги нужно зарабатывать там, где они водятся, а не там, где нам кажется, или хочется, или удобно. Поэтому Стив Реннер поздравляет своих Black Diamond'ов, это было в 2013 году, в ноябре. Люди заработали свои миллионы долларов за год-полтора. И также получили еще по Мерседесу, на всякий случай. Также у нас есть возможность квалифицироваться в клуб учредителей, то есть стать акционером этой компании, нашей компании Access. Что для этого нужно? Для этого нужно купить пакет на $2000 и сделать товарооборот до конца июля $10000 в первой линии. Это 2 человека по 5000, либо 5 человек на $2000. Все, вы квалифицированы. Что это вам даст? Это даст возможность в конце года вам начислят вот от этого миллиарда долларов, который планируется, а он будет намного больше, 15% отчитывается и делится между теми, кто квалифицировался на этот, в этот клуб. Кто-то в 2012 году получил 200-300, несколько тысяч долларов на аккаунте. Кто-то получил больше, кто-то меньше, но это деньги не из нашего кармана. Это те деньги, которые компания до того, как заплатить налоги, это легально,
начисляет нам на трастовом аккаунте. Эти деньги будут находиться до того момента, пока компания не выйдет на биржу. И на эти деньги мы сможем приобрести акции на 15% дешевле, чем весь мир. Кроме того, что вы квалифицируетесь, вы заработаете, построите себе структуру, заработаете деньги. Кроме этого, в знак благодарности компания вам начисляет дополнительные деньги со своего кармана на трастовом аккаунте и приготавливает нас к акционерству. То у нас будут акции компании. Те люди, которые купили акции Google, сейчас владеют очень-очень большими дивидендами, зарабатывают очень серьезные деньги. Поэтому не упустите эту возможность тоже. Рассмотрите для себя и эту возможность. Поговорите с вашим спонсором, расспросите, пусть они вам дадут запись, условия, как квалифицироваться, что для этого нужно сделать и путь. Я хочу также сказать, друзья, что у нас никогда не было проблем с вводом и выводом денег, как в основном у многих компаний. Выводятся деньги ежедневно. Вы можете заказать карту компании на Pioneer, либо вы можете переслать ваши деньги на существующую карту, у вас уже есть, либо на банк, любой банк мира. Переводите деньги и пользуйтесь ими. Формула успеха очень проста. Купите консультантский кит на 59,95 ежегодно. Купите пакет, желательно от 2000 и выше, и смотрите рекламу от 15 минут минимум, и практически вы уже в бизнесе. И если хотите зарабатывать серьезные деньги, начинайте приглашать партнеров, начинайте строить структуру, приглашайте их на презентацию, делитесь информацией. И недалеко день, когда в вашем регионе, в вашем городе будут происходить такие презентации, 5000, 3000, может, больше людей, как в азиатских странах. У вас будет возможность встретиться с друг с другом, а также с руководством компании. Конференции ежегодно проходят в Лас-Вегасе. У вас будет возможность приехать в Лас-Вегас, очень красивый город, увидеть руководство, встретиться, отдохнуть, наполниться энергией и продолжать строить собственный бизнес. Стив Ренов говорит, что целью нашей компании является иметь больше, как можно больше консультантов Access, имеющих право собственной компании, как и мы. Access – это ваша компания, и вместе с вами у нас есть светлое будущее. Он прав, потому что эту компанию он построил не только для себя, но и для каждого из нас. Есть модель построение бизнеса, а это важнее всего. Я поделюсь с вами очень простой темой, как построить и преуспеть, как построить бизнес и преуспеть в нем. Для этого нам нужно каждому пригласить минимум 3 человека, активных партнеров, которые хотят иметь собственный бизнес, и помочь им сделать то же самое. Формула очень проста. Если вы это сделаете, и они вас продублируют до 4-го, до 5-го уровня, вы построили себе миллионный бизнес. Финансовая независимость, друзья, не за горами. Она начинается с принятия вашего решения построить собственный бизнес. Не заработка, не быстрого заработка, где-то быстро заработать, где-то выехать на ком-то, а вдруг повезет. Эти люди всегда приходят к тому же разбитому корыту раз за разом. Поэтому, если вы хотите прийти к финансовой независимости, вы должны начинать строить собственный бизнес. И эту возможность дает нам компания Access, чем я вас и поздравляю. С вами был Сергей Райлян. На сегодня информация исчерпана. Если у вас есть какие-то вопросы, друзья, вы можете их задать, я на них отвечу.